связи с временным закрытием нового щепного ряда городской электрический транспорт частично изменил схему работы части подвижного состава. Это касается маршрутов номер 3, номер 10. Но маршрут номер трамвайных маршрутов номер 3 и номер 10. Трамвайный маршрут номер 3 будет теперь курсировать от площади Старосенная до Люсдорфа. Люсдорфа маршрут номер 10 будет курсировать от площади Старосенная до Исхака Рабина. Маршруты номер 13, 26 и 27 курсируют без изменений. Троллейбусные маршруты курсируют без изменений. Маршруты номер 18, 28, 19 и номер 5 будут работать без изменений. Интервал на всех маршрутах будет сохранен от 4 до 5 минут и обеспечит нормальную достаточную перевозку пассажиров на всех направлениях. Трамвайные маршруты номер 18, 28, 19, номер 5 будут курсировать без изменения. Интервал движения на данных маршрутах будет сохранен также без изменений, чтобы обеспечить достаточную и качественную высокую перевозку пассажиров. Сроки реконструкции с 12 мая этого года и до 12 июня 2021 года. Да, также хотелось бы отметить, что до сего момента весь городской транспорт работает в режиме специального транспорта, поэтому для проезда в транспорте необходимо иметь специальный пропуск и индивидуальные средства защиты. Абсолютно весь пассажирский транспорт проходит дезинфекцию согласно протоколу комиссии ТЭП Одесского городского совета. Это не менее 4 раз в сутки.